Эй-эй-эй, всем доброго времени суток, на связи снова я, а вы снова со мной. Ну что, ребята, готовы стрелять по демонам, по порождениям хаоса в игре про Deus? Да, как вы видите, да. Я занялся тем, что насобирал слитки. И теперь, в принципе, мы готовы добираться на локацию Грешники. Да, мы ее начали в прошлом выпуске. Но теперь у нас будет полноценный заход. Итак, старая чистая станция, захваченная поражениями хаоса. Играть, Enter, начали. Хороший чай. Интересно, а на этой станции мы можем найти хороший чай? Отлично, давайте искать чай. У кого на этой станции насосной вообще есть хороший чайник, чтобы налить мне хороший чай? Давайте, у кого есть заварка? У тебя есть заварка? Ага. Злишься, потому что нет. Понял тебя. Так. Сюда можно залезть? И сюда наверх. Нет? Ладно. Разработчики не всегда хотят, чтобы здесь люди занимались паркуром. И это можно понять, игра на это не настроена. Но здесь мы по-любому не проедем. Нам тут еще и проезд теперь заперли. Отлично. Бег, прыг, скок. Хедшот. Еще один. Все, дал щелбан. Пока ворота закрываются, мы можем спокойно... кажется, тут было золото. Да. Ну, руда. Да. Получен кусок руды. Я прочел дуры, но при этом слух я произнес правильно. Получен кусок дуры. Собираем дур в... это ад. Так, ты не похоже. Колония. Короче, собираем дур в ином измерении. Вот так это будет понятнее. Бэм. Так, из-за того, что мы спустились настолько, мы уже не покатаемся на лифте. Но тут тем более было больше врагов, поэтому ничего страшного, если пропустим несколько. Все равно эту локацию потом перепроходить, потому что, скорее всего, я не соберу всю руду. Но, как я и говорил, мы будем целиться на сбор полностью всего. Там сверху есть какие-нибудь проходы, нет? Как туда... В принципе... О, я же говорил, ты игра про паркур. Активировать авток. Какой хороший план местности. Слушайте, мне нравится. Мне нравится. Итак, погнали. Дай поглажу. Отлично. Он не успел среагировать на патрон. Поймал. Так, я уже вижу там Джиггернаута. Я помню прекрасно его. Блин, это получается, мы не так сильно продвинулись с прошлых разов, до того, как мы начали сейчас вот снова проходить игру. Или я просто хорошо помню... Хотя, блин, если мне запустить темного мессию, меча и магии, то я все равно буду знать все локации наизусть. Так что нет, это нет. Хорошо. А мы идем бить Джиггернауту пулемет. Дай! Увернулся. Нечестно. Так, скажи, у тебя дура есть? Но я вижу, что ты не умнее. А дура есть? Ух, на кусочки разлетелся. Это неудобно. Ну, по крайней мере, для него. Его собирать еще потом надо. И отправить в часть в банки из-под супа. Камушки меняются. Где враги? А, это ты. Хотя, в принципе, если очень много патронов на дробовик, то зачем я постоянно теперь использую пистолет и так далее. Все. Теперь дробовичка. Я тут не перепрыгнул, да? Да. А еще кто-то очень хочет от меня избавиться. Я прям чувствую это. Насылают на меня порождение хаоса все больше и больше. Но ничего. Эти чувства вполне себе взаимны. Я вам больше скажу, пока у меня есть руки, которыми можно держать оружие, этих тварей будет становиться все меньше и меньше. О, вторая дура.
Давай. Мне нужно собрать кусок второй дуры. Второй кусок дуры. Дура, дура, дура. Бэм. Неплохо ему прописал. Опа. Че? Ой, фу. Не, чаем даже не, и близко не пахнет. Аптечка, но она тут... энергоячейки. Полезно. Энергоячейки. Знаете, это звучит очень даже приятно на самом деле. Так, ну пока что мы не будем сильно забегать далеко. Хотя мы уже подошли к очень приятному моменту. Есть патроны для ракеты. Значит, она, скорее всего, здесь пригодится. И почему бы нет, в принципе. Взял сразу два достижения, сделал. Видите, неплохо. Конечно, в итоге я не буду вот прям сильно тратиться на ракеты. Пока не будет в этом четкой необходимости. Ну и мы с вами знаем, где, если что, можно разжиться патронами. Мы путешествуем по карте... Класс. Мы путешествуем по карте мира Продеос с текущим составом патронов, улучшений на момент последнего прохождения. Поэтому если мы зайдем в какой-то старк уровень, у нас будет все снаряжение, все патроны с последнего загула. Таким образом можно перепроходить старые локации, собирая патроны. Ну, в принципе, да. Третий кусок дуры. Отлично. Ага, тут не прожать. Класс. Люблю такое. Сюда. Сюда. Ты шо? Я думал, я тебе голову снял. Сюда, сюда, сюда. Эй, дружок, у тебя есть чай? Чу? О, да. Отлично, еще одна руда. 25 кусочков. Ух, мы богаты. Так, интересно, какая это руда на вкус? Зайти. Я считаю, что поиски увенчались успехом. Это был хороший чай. Благодарим местных обитателей этой комнаты. Теперь мы идем дальше. Сахарку не найдется, ребят. Опа. Какие вы негостеприимные, блин. Сразу вспоминается случай с... Ой, тихо. Ладно, потом расскажу. И ты сюда под раздачу попадаешь. Прекрасно, молодцы. Лезете прям под патроны. Уважаю, уважаю. Что у нас тут еще есть? У нас есть балкончик. Никто не хочет перекурить сейчас, да? Нет? Опа. Теперь я. Что, пошаговая боевка? Продеус? Нет. Чё? Не, нет? Ладно. Ага, собрался не наверх. Думаешь, я тебя не найду? Я тебя найду. Ты по мне попадешь когда-нибудь. Но пока что я буду стрелять в тебя. Сюда первый, сюда второй, сюда третий. Отлично. По ноги не стреляй. Я тебе в лицо целюсь вообще-то. Точка Нексуса активирована. Бене. Опа. Нельзя. Да хватит вам дергаться. Жулики. Ой-ой-ой-ой-ой, зря я это сделал. Ой, я зря это сделал. Погнали. Бэм. Бэм. Дальше. Пинь. На. Ой. Даю щелбаны на всем. А все, один. Один щелбан. Два щелбана. Три щелбана. Ой, да ладно. Откуда вы все лезете здесь? Они раньше были людьми, да? То есть это мои бывшие коллеги. Или это я просто уволился вовремя, пока не начались реформы на... Опа. Дура. Получим кусок дуры. Отлично. Кто дура? Она. Она дура. Так, там еще один какой-то кабинет. Че мы можем сказать? Ага.
Патроны на органе и ячейки уже полностью имеются. Нам буквально чуть-чуть осталось для нового оружия. Так, сохраниться здесь нельзя. Но нам это особо не нужно. Ах ты ж! Это было очень низко с твоей стороны. Но я пока что готов. Баг очистительная система. А, я знаю. Это, короче, они чай так перерабатывают, да. Так, а мне куда надо будет? Туда? А почему бы мне не пройти здесь, собственно говоря? Я могу очень быстро бегать. И утонул. И бум. Бум-бум-бум. I will kill you in this room. Ух ты ж! Среагировал. Использовать? Кого использовать? Точка Нексуса. Здесь. Так, ну... Вроде как это единственный противник здесь. Ага, два противника, ладно. Хм. И как мне... Ага. Не, в принципе, ладно. А. Ладно. Мне дойти до сюда. И все будет нормально. Я в него попал. Не переживайте. О, кусок дуры. Иди сюда. Замечательно. Опа. Не работает телевизор. Я хотел посмотреть рецепт вкусного чая. Значит, придется опять импровизировать. Главное это чаще не сделать. А то мне рассказывал один друг. Короче, вроде брал обычный пакетированный чай. Чё он туда засыпал по приколу? Перец или еще что-то такое. Короче, у него язык потом в чем-то был. В общем, ребят, если вы не специализируетесь в чае, лучше не экспериментируйте с ним. Я доподлинно не буду рассказывать все случаи, которые у меня в жизни происходили с чаем и которые мне рассказывали с чаем. Но тем не менее, это может быть иногда очень опасно или хотя бы просто не весело и даже невкусно. Вот, особенно невкусно для таких, как вы. Вот, пожалуйста, это неправильный чай в нем был. Ладно. Так, все, мы здесь ходили. Теперь нам сюда. Очень гостеприимно. Очень культурно. Очень изысканно. Все. Отлично. Со всеми поздоровались. Со всеми, всеми пожали руки. Можно идти. Ой, да ладно. Надо мной еще? Нет? Ну ладно. Ну, с этим мы разберемся достаточно быстро. Но, ну, да, да. Фу, что-то чебуреков хочется. О, два появились. Ты не рычи сильно. Для здоровья вредно. Вот видишь, твой друг рычал. Упал. Ты не рычи. Все равно упал. Ладно, видимо, я ошибся. Не в рычании дело. Мне кажется, там тоже кусок дуры. Еще один. Хорошо, как мне туда попасть? А в принципе это возможно. Хорошо. Значит, пробежаться здесь. Тут что-то будет. Потом сюда. А, мостик. А, ну тут перепрыгнуть получится, да. То есть это по-любому должен быть какой-то большой. Короче, прыгать сейчас или нет? Просто я не особо уверен, что меня ждет именно кусок дуры. Однако сечение там очень такое же. Но! Мне потом вот это вот все придется опять бегать. Ладно, вернемся сюда чуть позже. Когда, по крайней мере, закончим с воротами. Да. У нас главная задача открыть ворота, а потом
Главное, не сзади? Не сзади. Ну, тогда я спокоен. Ты мне тут не жужжи. Ты мне тут не рычи. Ты мне тут не вопи. Ты тут не ори. Какие вы все шумные, а? Ага, отлично. Нет, там определенно кусок дуры. Я это вижу. О, удобно. Так, сначала вниз. Все, собрали. Теперь мы идем наверх. А ты чё? Секретик. Ну, в принципе, тоже хорошо. Пусть я на него сейчас не особо рассчитывал. Тем более у меня полная броня. И опять кто-то проехался под окном. Ребят, это вы? Да нет. Не похоже. Вы, как вы это делаете? Вы соединили буквально пару выстрелов. Привет. Отлично. Так, если... Ай! Это было, знаешь, неприятно. Ну, в принципе, прыгнуть с моста, пробежаться по крышам и... Блин. Ну, я ж вижу, что там кусок дуры лежит. Такая дура здоровая, прям... Вкусная, сочная. Наверх, пожалуйста. Нет? Ладно. Во-во-во-во-во. Вот я примерно так же сейчас быть начну. Сколько вот здесь? Ладно. Укрытие не наш вариант. По крайней мере, с такой дистанцией. Они не ожидают того, что я постоянно иду на ближний бой. Это могло бы быть вполне очевидно. Ребят, ну, вы ж хаос, вы... мегамозг съели. Нет? Так, вот не надо кидаться в меня всяким мусором. Его и так на улице хватает. Вот, пожалуйста, летающий пакет с мусором. Ну, мы с вами знаем, как разбираться с подобным, да? Опа! Ну, вот поэтому здесь и ступеньки. Потому что не всегда есть возможность запрыгнуть с первого раза. Но у меня получилось. А. И зачем я занимался акробатикой? Ладно. Хорошо. Эх, ладно, Assassin's Creed. Опа. Да, это кусок дуры. Я все-таки забрался сюда быстрее, чем хотел. Хотя, ладно, мне так руки чесались, а тут, ну... Единственное, что отсюда теперь не выбраться нормально. По-нормально, я говорю, вот вообще никак. Единственное, что, если там открывается это окошко, и это мой путь вниз был бы, то это будет максимально обидно. А правда, как... ладно. Ну чё, ну придется бегать опять. Куда я там шел? Может, получится как-то все-таки сократить или... Не-н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 е. Я не хочу сейчас делать рокет-джамп. Пусть у меня и средний уровень сложности, и патронов много, и бронька целая, но я как-то не хочу. Ой-ой-ой. Ну, заодно проверим, насколько эта игра позволяет в парку. А ведь в принципе, ну прям отсюда вряд ли, но здесь, может быть, и получится. Я буду сейчас, ну, раздосадован. У меня не получится забраться туда обратно. Ну что, прям вообще никаких путей нет, да? Голяк, ой, голяк. Ладно. Что у нас с этого крыла? Не, тоже ничего. Я буквально трачу сейчас время на то, чтобы попрыгать. Да не хочу. Ай, блин, ладно. Я же говорю, он не сработает здесь.
Теперь еще и зря ракету потратил. Ладно. Заберем и снова по новой. Ну, хотя бы бежать не очень долго. Значит, тут сюда. Это, блин, через низ идти. Куда? Направо? А, значит, мне сюда, да. Ведь! Чуть не задавило. Надо быть аккуратнее. Вача, 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 вача. Я такой вот мастер боевых искусств. Значит, называются мои боевые искусства чай, чуня, чи. Какая разница? Короче, как они называются. Главное, что я... Так, ладно. Надо попить немного чая. А, кстати, я заметил, что у меня теперь нет красного цвета в интерфейсе, значит, с тем куском дуры в том секретике мы подобрали энергетические патроны. Я считаю, это хорошо, я считаю, что это успех. А теперь мы идем сюда. Проходим дальше. И, что называется, буквально проходим локацию. Что мы хотели, мы взяли, тем более вот этот парень заскучал без нашего присутствия здесь. Эх, кажется, что я мог забрать этот кусок и не париться. Да? Вот сейчас тут пройдем, откроем то плазменное окошко. О, хороший музон. Хороший. Добрый такой. Опа. Что-то были какие-то данты, были. Ну, значит, можно потратить одну. Нет, нет, нет. Пим. Он очень долго заряжается. Все, мы свое получили, свое забрали. О. Так, я помню, эти дверки открываются, и там засада. Ну, кстати, не очень-то и большая. Сюда. Подходим. 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 Ребят, вы давайте идите, я вас всех обниму здесь. Ага. Да. Размечтались, называется. О, я помню, помню нашу знаменитую перестрелку на ступеньках. Все знаменитое, потому что о ней никто не знает совершенно. Ворота открыты. Хе-хе. Не, мостик продлился, наш поезд сюда приехал, так что, скорее всего, я не зря туда прыгал. Фух ты ж! Ай, откройся, блин! Вот это уже было проще. Я что-то не сориентировался сразу выбрать эту панельку. Ну ладно, главное, что получилось. В таких случаях, да, можно, конечно, умереть и появиться на точке Нексуса, которая была самая последняя, самая близкая к нашей цели. Но я как-то не особо люблю умирать. А, уже все. Так, я очень надеюсь, что мы все собрали. Ну, хорошее, естественно. Разработчики старались, обдумывали, продумывали все. Конечно, все эти карты хорошие. Сколько? О! Мы все собрали. Ребята, такой кайф. Испытание дробовичка. А, тут у нас что? Генератор хаоса. Собирайте руны. А руны они не... Ага. То есть руну я мог где-то пропустить, да? А, нет, стоп. Вот это и есть руны. То есть, если я вот сейчас вот... А, бытие. Хорошо, давайте тогда пройдем испытание на дробовичку. Сначала просто по времени, а потом соберем вкусности, которые здесь распрятаны. Я, в принципе, помню некоторые здесь тайники. Итак, сначала мы бежим. О, отлично. Мне
Мне дуру прям подкладывают по ноги. Пошел прочь. Ну ладно. Тебя можно и забрать. Прыжок. Прыжок. Есть еще? Нет. О, карта. Сюда. 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 Вот туда, само до нее можно. Что тут есть еще? Ну давай, будем тогда сразу собирать все, что имеется здесь. А потом уже, значит, пройдемся по вкусностям. Ну, вернее, пройдемся по времени уже потом. Сначала вкусное, да. Что-то я заговариваться начал. Найден секрет. Какой? А, просто дополнительные патроны. Ой-ё. Ну и... играть снова. Да. Я уверен, что мы собрали не все, что есть. А, тем более тут изначально нужно на минуту и меньше ориентироваться. Но мы теперь пройдемся и будем искать спрятанные куски руды. Собственно, за этим мы сюда и пришли сейчас. Ага, теперь все мы собираем полностью сначала, поскольку мы еще не вышли в главное меню. Результат еще не сохранился. А, вот там какая-то приколюшка есть. Да? Ну, там что-то есть. Хм. И там что-то есть. Ладно, откроем себе проход. Отлично. Ух! Ай-яй-яй-яй-яй! А почему? Ха. Ладно, думаю, это было ожидаемо. Хватит меня преследовать, сталкер. Ага. Дверь не откроется. Ладно. А, там вообще ничего нет. Ну хорошо. Очень удобно, что здесь нет урона падения с высоты. Хей. Забавно, забавно. Ну тут дырка же для чего-то, да? Отлично. Еще один кусочек найден. А тут зачем? А, чисто пропрыгнуть. Хорошо. Даже ракеты припрятаны. Я считаю, это польза. Ну, там еще что-то лежит. Так, в принципе, если здесь нельзя забраться... Да, вот над нами. Секрет. Там секрет. Что, туда прыгаем? А допрыгнем ли? Ладно, да, получилось. Секрет на... все, 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 да. Патроны есть. На все. Идем лучше. Тогда почему на дробовик? А, то есть пока мы не активируем тот последний переключатель, проход вниз не откроется. Это очень здорово. То есть он не открыт все время. Я этого не знал. Блин. Блин, был бы здесь пинок ногой, я бы его столкнул вниз. Был бы... Было бы красиво, в общем. Дальнобойный дробовик. Мечта. Хоть... Как видите, нам не дают паркурить все время. Иногда говорят, ребят, вы наглеете, играйте так, как вам предложено. Вот. Ну, в принципе, все. Думаю, мы собрали все, что хотели. Все, что могли. Все, что нашли, все, что видели. Ах ты ж, елки-палки. Ладно.
тогда возвращаемся, пробегаем всю трассу до конца. А потом просто идем на время. Хорошо. А. Нет, стоп. Вот оно что. А с... Что? Так, хорошо. Сейчас перепройдем. 100% убийств, 100% секретов. Но там вот эти вот три сладких кусочка в конце. Угу. 36 собраны. Ну, сейчас я... Ух, сейчас я им... Хорошо, тогда на время чуть позже. Согласен. Стреляйте по целям. Хорошо. Учитывая то, что некоторые цели двигаются и пытаются дать отпор, это немножко неудобно. А, вы про такие. Так, все, отлично. Теперь мне засчитали куски руды, теперь мне чисто нужно в конец. Здоровье. Шнипцель. Опа. Че, не ожидал, да? Сюда, 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 говорю. Готов. Готов. Угу. Те-те-те. Как бы туда попасть еще? Эть. Отлично. Все, справились. Хорошая. Теперь засчитываем всю руду, выносим ее с этой карты. Да, это у нас типичный рейд получился. А вот теперь поразите все, чтобы получить ценную руду. Менее чем за минуту, и при этом дополнительная руда. Так, если это правда, а я очень на это рассчитываю, то у нас нет времени спокойно стоять. Мы должны торопиться все время. Сюда. 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 Потратил патрон зря, ничего страшного. Уйди. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Отлично. Фух. Да. 30 секунд. Хорошая. Так, а вы запомнили, сколько у нас там руды было? Хотя, скорее всего, ее не дадут. Это так, чисто прикол для... Ну, или для какой-либо мотивации. Да. 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 Ну, ничего страшного. Мы изначально поняли, о чем они говорили. Но, так, бытие, часть первая. Здесь произошла первая битва за мир смертных. Этот кратер — напоминание о разрушительной силе войск хаоса. Ну да, разрушительная сила войск хаоса, которых мы сейчас ломаем чисто одной рукой. Ладно, не совсем одной рукой, но я люблю иногда фантазировать. Поэтому давайте приступим. А, в принципе, можно даже открыть окно. Сейчас я этим и займусь. Скорее всего, карта успеет загрузиться уже. Хорошо, мы загрузились. Теперь я быстро встаю. Все, я сделал, что хотел. Теперь можно икнуть пару раз. Все, мы готовы. И... так, скорее всего, у меня сейчас будут ходить проверять билетики на то, что я легальный пассажир. Поэтому лучше выйти покурить. Опа. Кажется, кого-то уже допросили. Но, значит, я вовремя вышел еще. Опа. Привет. Тут есть что-нибудь? Нет? Ничего. Блин, у меня такой маленький вагончик. Ну, это даже удобно. Так, ладно. Эту локацию я уже не помню. Прям так хорошо.
Поэтому будем бегать веселиться. Значит, что у нас есть? У нас есть коридорчики, запертые двери и ребята, которые строят нам ловушки. Кусок руды. Хорошо, меня это устраивает. Вы только откройте мне ее. Я ее соберу и пойду дальше. Бабах. Да как ты выживаешь? Я вроде метко стреляю, да? Я надеюсь на это. Я надеюсь, что я очень... Ой-ой-ой. Какая неожиданная засада. Согласитесь, никто этого не ожидал. Ага. Ага. Ну ладно. Ну, хорошо. Тут и правда нужно быть осторожными. Эх. Да, бой здесь был нелегкий. Оу, я начинаю вспоминать. Защитное поле. Стоп, а разве это не та самая часть корабля, которую мы откинули? Оу. Так, или нет? Возможно, нет, но... Ладно. Так, аккуратно. У нас тут враги по периметру. Еще один кусок руды. Как мне вас открыть? Как мне спасти вас из этого плена? Не волнуйтесь, я найду способ. Не сейчас, так завтра. А. Так, я хочу назад. Она была где-то... Нет. Нет, не говорите, что моя руда там, наверху. У меня есть способ туда попасть. Блин. Ощущение, что меня обманули. Ладно. Не с первого раза, так со второго. Не рычи. Веди себя культурно. Ага. Хорошо, чё тут? Ничего. Броник. Привет. Ловушка. Хотя там патроны, я туда зайду, посмотрю. Ага. Скорее всего, тут должно быть опасно. Ну, я тогда спущусь вниз на всякий. Ой, и кажется, что наверху мне были заготовлены еще тайники. Ну ладно. Ай, хватит по мне стрелять, ты! Не понимаю, ты ничего им говорю. Это не порталы. Еще один проход, еще ниже. Оп. Ой-ой. И я запаниковал. Нормальная ситуация. Я считаю, что применение автоматического оружия в данном случае считается полностью оправданным. Уди. Да. Нет. Да. Мяу. Отлично. Мы своими кошачьими лапками смогли забрать то, что нам принадлежит по праву. Чего?
Ну, тоже хорошо. Ну чего ты, где ты? Давай я тебя добью. Ну, вроде бы он доволен. Так, теперь если внизу ничего нет полезного, двигаем дальше. Теперь я. Ой, а здесь прям много придется бегать. Вот это я помню. Ай. Не-не-не-не-не-не-не, по мне не надо стрелять. Своей плевотиной. Ну все, напрыгались. Я сейчас спущусь, а вам будет больно. Когда я перестану мазать одному единственному противнику передо мной. То есть у вас еще есть время научиться стрельбе. Из лука, да. Себе почему бы и нет. Я бы пострелял по демонам из лука. Хотя для таких целей, у нас есть битрейер. Да, я его все еще не прошел, потому что я слегка ну вы помните, что у нас произошло на крайнем захваченном пункте. Мы возобновляем игру, нас сразу едят. И нет возможности этого как-то избежать. И там столько врагов, что, ну, нет способа вернуться. По крайней мере, у меня. По крайней мере, те способы, которых я знаю. Поэтому пока что, да, вот, небольшой перерыв объявлен. Но не волнуйтесь, скоро продолжим. Да. Да, я в курсе, что я еще периодически отсылаюсь на Тарков, как-то шучу. Он также скоро будет. Я просто смотрю по модификациям, которые выкладываются на SPT-аки в форуме. За обновлениями посматриваю. Потому что в последнее время я как-то особо не следил, как там игра обновлялась. И вот, может быть, там еще какие-то хорошие плюхи поуходили. Или какие-то фиксы, или дополнительная оптимизация. Я думаю, что нас всех бы это очень сильно порадовало. Да? А есть смысл сюда забегать? Есть, конечно. А любят они мне попу поджарить. Своей лавой. Ладно. Я люблю собирать руду, поэтому мы найдем общий язык. Так, товарищи, ископаемые. Ископатели, копатели. Подкопатели, накопатели, накопители. Получен доступ к автокарте. Замечательно. Джем. Джем. Жит, какой огромный. О. Еще один кусочек. Блин. Весь шлем в этом. Вы издеваетесь? Хорошо, кто дальше? Минус. Минус. Хорошо. Опа. Укусил секрет. Да и хватит ко мне подходить из-за угла. Гопники. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ситуация вышла из-под контроля. Ну ничего, сейчас быстро разберемся. Живучий. Так, понял. А нет, не понял. Я думал, пора завязывать с дробовиком. А нет, патроны еще чуть появились. Ну, еще есть еще. Нет, ракеты. Нет. Нет. В грязи ракету лучше не использовать. Ой, ну я знаю, что можно использовать на таком расстоянии. Ну, сейчас с этими разобрались. Отлично. Сломали всех. Перезарядка.
А, где-то там наверху была ракета. Даже несколько. Я бы одну взял. Хорошо. Теперь... На всякий выключить. Ой, кажется, я это сделал зря, да? Хотя не особо. Как вы смотрите, им весело. Они мне радуются. Они меня встречают. Это так приятно, говорю. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы встречаемся с этими паршивцами лицом к лицу. Раса Продеус. Ой-ой-ой. Они похитили заряженного. А, мне теперь из-за них отдуматься еще. Эй, кто вам виноват, что вы его плохо охраняли? Ну ладно. Подходите. На всех хватит. Ух, мясо. Эй, меня не надо. Как бы я тут шинкую. Все. Ну, вроде все. Так, это же придется теперь все это заново проходить из-за того, что я пропустил как минимум один кусочек руды. Ну, хорошо. Вы как, ребята? Потянем эту локацию еще раз. Или следующую. В принципе, я смогу ее пройти в одиночку. Ну, сейчас давайте посмотрим, сколько тут руды осталось. Если один кусочек, то я ее сам допройду. Хорошая. Как и чай. Да, один кусочек. Ну, тогда к нашему, к нашей следующей встрече я добуду этот кусочек. После первой битвы в центре кратера была возведена крепость, задача которой не допустить грядущей атаки расы Продеус. Местную руну Денно и Ночно... сторожит истребитель. А какой истребитель? Сейчас, как он там назывался? FN-95? Нет? Ну и ладно. Так, что мне пишут? Ну, давайте пусть пока локация загружается. Она все равно это делает быстро, быстрее, чем у меня отвисать телефон. Блин, я с Realme, наверное, контактировать не буду потом. Что-то как-то... Он, да. Так, сейчас быстро отреагирую. Ну, вроде уже не увидят, но да ладно. О, да. Да. Замечательно. Все, мы познакомились с нашим новым красавцем. Ламин. Ладно. А, да, такая отсылочка была в Энтропии 02. Так, дальнобойный дробовик. Хотя, нам же недаром дали эту штучку. Опасно. О, красота. Денно и ночно охраняет истребитель. Ох. Звучит опасно. Я в деле. Что ты там кряхтишь? Я тоже кряхтеть умею, смотрите. Ой, спина болит. Ну все. Ой. Они даже шуток не понимают. О чем с ними говорить? Не, а что, это весело. Тем более, зачем-то же кулаки здесь есть. Интересно, а что они на ближний бой подготовили? Кувалда? Перчатки какие-нибудь?
условие, что у нас и так костюм вроде как бронированный. Ай. Это не культурно с своей стороны. Тебе стоит заняться самокопанием. Так, там дрободан. Ну, думаю, можем потихоньку спускаться ниже. Главное, не по социальной лестнице. Ага, там опять какие-то секретики, да? Ну ладно. Ладно, ладно, все. Тебе. 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 Сейчас это тебя долетит, ты не бойся, а? Все, не готовы. Секретик. Руда. Великолепно, ну куда же без нее? Я без руды не-не. Не-не-не-не-не-не. Не хочу. А. Настолько секрет. С ракетой. Ну, приятно. А, здесь уже ничего нет, да? Ой, да хватит. Летайте вот тут. Нарушайте воздушное пространство. Так, ну здесь вроде как даже спокойно относительно. Не знаю, зачем тут внизу еще куча ступенек. Как тут можно упасть? Ну, в принципе, ладно. Крепость. Так, а что я открыл? Скорее всего, что-то ближе к стенам. Пройдемся здесь. Прыжок. Кувырок. Посмотрим, как хорошо усвоил ты урок. Найден. Секрет. О! И это я люблю. А хорошо спрятали. Я как-то даже не обратил внимания на эту точку, и если бы мне не сказали про секрет. Или, скорее всего, обратил бы далеко не сразу. Ну да ладно. Теперь нам нужно сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Теперь надо что-то с ним делать. Да ты истребитель. Не похож. Вот честно, не смахивает. Теперь я знаю все. Чуть-чуть. Ладно, давайте пойдем дальше. Что? Не-не-не, я не буду рассказывать, что за чай. Это ж не реклама какая-то. Скажу, что пью зеленый. Ой, я помню, я помню. Вот эту вот точку я помню хорошо, да. У меня тут уровень сложностей побольше был. Тут ничего. У меня рука пахнет так, будто я семечки ел. Но у нас же этого не было. Ой, началось. Погнали. Где еще один? А, теперь только мелочь. О, не, погнали, погнали. Попался. Кто дальше? Ой, пошла жара. Там. Ай, блин, надо... Как вы по мне умудрились попадать? Я же бегаю туда-сюда. Я же такой непредсказуемый. Ай, ай. Я не могу позволить себе здесь умереть. Нет. О. Как это? А что они по своим стреляют? Нет, как бы я за, только... Ай. Все равно попадают. Неприятно. Хорошо. У меня нет здесь союзников, я это уже усвоил. Так, там секретик. Опа. Ну, в принципе, получилось, даже не поджечься.
Почему? Рука опытная. Вот теперь прячемся. Ну блин. Один. Два. Ладно, давайте так. Думаю, они этого хотели. Ну что ж, пусть будут счастливы. Так, здесь мы подобрали все, что могли. А, ну теперь здесь восполнить. Мне почему-то сейчас эта вот коробочка с патронами напоминает плюшевого мишку по своей форме. Отлично, здесь есть. Отлично. О. Точка Нексуса активирована. Точка Нексуса активирована. Ты смотришь, живучий какой. Ну ничего. Мы с ним поговорили. Провели воспитательный процесс. И теперь все будет как раньше. Вроде я там был. Там я вроде был. Чё, где руда? У меня уже очень давно не было руды. Крысь. Крысь. Сейчас вот этого плюну еще. Тьфу. Все. Вот давай, вот не надо тут злодейский смех. Он у тебя никогда не работал. О, руда моя. Как бы тебя открыть? Хм, снова какие-нибудь кнопки? Ну ладно. Давайте сюда. Блин. А тут что такое? Ага. Ладно, я немножко раздосадован. Это не то, что я хотел. Но это было ожидаемо, что... Ну, блин, слишком далеко. Ответ на загадку. Должен быть где-то... Здесь. Руда. Руда. Я чувствую себя каким-то землекопом. Шахтером ли? Это мне напоминает одну игру, как она там называется? Deep Rock Galactic. А вы посмотрите геймплей. Оно мне так и в списке желаемого, но... В ближайшее время я точно не смогу ее пощупать. Я нашел еще один интересный проект. Вроде как там даже что-то есть. По онлайну и так далее. Посмотреть, что оно такое, может быть, пиратское попробовать. Как бы, ну вы знаете, что мы можем тут делать. Пиратить, если не знаешь качество продукта, если не знаешь продукт в принципе. Пиратство это хорошо. Я всегда был пиратом, у меня друзья все пираты. И делаем мы дружно йо-хо-хо. Это здесь подозрительно. Не находите? Кажется, здесь будет новый батл. Погнали. Начали. Пошла первая партия. Дальше. Ух. Сейчас будет очень хорошо. О, динамика. Где еще? Где еще? Все что ли? А я-то себе нафантазировал, что бой будет. Это гладиаторский какой-нибудь. А ну вон оно что. Раз, два и все, обчелся. Закончились враги.
Ну, хоть броньку дали. А ракеты им придется мне потом восполнить отдельно. Я им это запишу в чек. Привяжите оружие заново в меню настройки. В смысле, а зачем? Так зачем? Ладно, так. А здесь уже будет тяжеловато. Но, думаю, справимся. А, точно, вот это истребитель. Ах ты ж, не помогай ему. А, все что ли? Хм. В моей памяти этот бой выдался каким-то более долгим. Но опять же, у меня уровень сложности полегче. И теперь самое простое. Зачистить эту локацию. И продвинуться дальше к точке финиша. Я не сильно-то много здесь патронов потратил. Готов. Так, что дальше? Дверь. Мне наверх. Зато мы получили руну. Хм. Да, теперь это знакомая местечко. Привет. Тут есть что-нибудь полезное? Нет. Ага. Все спокойно, никаких секретов. Ну ладно. О, вот этот кусочек мне очень нравился. Ну, давайте. Ну, в принципе, да, мы уже заканчиваем локацию. А, скорее всего, здесь тоже не все собрано. Откуда помешал огонь? А, нашел. А, сейчас я тебя с пистолета. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот так вот не делается, ребята. О, здоровяк. Кабанчик. Кабанчик ты мой. Опа. Опачки. А, я такой одобряю. Нет. Тебя не одобряю. Так, собираем патроны. Как можно больше патронов. И чё, уезжаем отсюда. Посмотрим, сколько собрали руды. 100% убийств. Хорошо. Я доволен. Кстати, подобная система оценивания уровня была в Assassin's Creed Unity, я помню. Зачем, правда, я не знаю. Ага. И тут мне все собрали. Ну, а теперь я буду знать, что какие уровни мне нужно отполировать к нашей следующей встрече. Это что такое? Испытание потрошителя. Ой, это будет тяжко. Так, ну, значит, наше следующее задание с вами будет, скорее всего, генератор хаоса. Ну, а об этом, пожалуй, потом. Итак, дорогие друзья, огромное спасибо, что вы пришли. Всем до новых встреч. Не болейте. Всем пока.